Сегодня в Петербурге вспоминают день прорыва блокады Ленинграда. По случаю 77-летия важной даты в северную столицу приехал президент Владимир Путин. Вместе с губернатором Александром Бегловым глава государства возложил цветы к монументу «Мать Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Также президент посетит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там он встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.